Приветствую. На сегодняшнем уроке мы рассмотрим, как работает функция сум, если множественная, счет, если множественный, и среднее значение, если. Начнем мы с счет. Счет, если. Да, если будут выполнены какие-то определенные условия, он будет нам посчитать. Нам нужно узнать количество по заказчику, критерий Орион. Да, сколько это заказчик, у нас сделал покупку. Нажимаем ОК, получаем 53 раза. Да, здесь нужно рубли убрать, у нас здесь просто количество. Поставить просто числовой. Или общий. Так, теперь стоимость. Мы пишем сум если. Вот. Заходим на функцию. Указываем диапазон, в котором у нас находится наш критерий, это заказчик. Сам критерий это Орион. И диапазон суммирования. Столбец F. Нажимаем ОК. Получаем стоимость. Да, покупок по заказчику Орион. Дальше, если у нас несколько критерий, допустим, Орион и Грейпфрут, нам необходимо использовать функцию сум, если множественную. Заходим на веб-интерфейс функции. Здесь что примечательно, то что у нас сначала укажется диапазон суммирования. Ставим диапазон суммирования. Далее выбираем диапазон условия 1. В данном случае это заказчик. Само условие Орион. Диапазон условия 2 это Грейпфрут. И само условие это Грейпфрут. Да, нажимаем ОК. И получаем, да, то, что общая стоимость у нас была 1467 рублей 91 копейка. Если мы зайдем в формулу и поставим влияющие ячейки, мы увидим, какие столбцы участвуют в формировании этой цифры. С вами был Полянский Алексей. Всего доброго, до свидания.